spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня у нас в обзоре сумка Fisherbox C108, предназначенная для хранения и транспортировки рыболовных приманок и катушек. Для этого она имеет несколько отделений, множество карманов и комплектуется 5 пластиковыми коробками. Вес сумки составляет 2 кг. Давайте поближе ее рассмотрим. Fisherbox C108 состоит из двух сумок, которые соединены между собой двумя лентами липучек и могут использоваться по отдельности. Для изготовления применяется водостойкий полиэстер с маркировкой 600D. Это прочный материал, который легко очищается от загрязнений. Для защиты содержимого от механических повреждений стенки имеют мягкие вставки. Днище жесткое, усиленное и непромокаемое. Именно благодаря этому такую сумку можно поставить на землю или положить на дно лодки. Верхняя часть имеет следующие размеры. Длина 28 см, ширина 20 см и высота 11 см. По сути, это отдельный кофр для катушек, закрывающийся на молнию. Внутреннее пространство регулируется 3 съемными перегородками, которые перемещаются по вашему усмотрению. За ненадобностью их можно совсем убрать, получив одно большое отделение. Ну а при переноске воспользуйтесь широкой ручкой и стропы. Вторая часть более объемная. Ее длина составляет 29 см, ширина 23 см и высота 20 см. Для удобства ношения она имеет плечевой ремень, регулируемый по длине. Две ручки и стропы также имеют возможность изменять свою длину, а при необходимости фиксируются вместе при помощи липучки. По обеим сторонам расположены вентилируемые сетчатые кармашки с резинкой. В них вы можете разместить мобильный телефон, негабаритную фототехнику или рыболовные аксессуары. Спереди находится длинный узкий карман. Здесь легко поместится нож, карцанги или поводки. Второй карман укомплектован коробкой для приманок из прозрачного пластика под названием Fisherbox 216. Это коробка для небольших приманок или иной полезной мелочевки. Ее длина составляет 21,5 см, ширина 12 и высота 3,5 см. Закрывается на одну защелку и содержит 6 нерегулируемых отсеков. Откроем основной отдел. На крышке есть дополнительный сетчатый кармашек, который закрывается на молнию. Внутри расположены 4 коробки для приманок Fisherbox 250 из прозрачного пластика. Стоит добавить, что если коробки уложить не вертикально, а горизонтально, то их поместится не 4, а 5 штук. Эти коробки из прозрачного пластика со следующими размерами. Длина 25,5 см, ширина 18,5 см и высота 4 см. Закрывается при помощи пары застежек и имеет 4 отделения. Для большего удобства есть возможность распределить размер отсеков с помощью дополнительных перегородок. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.